Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, работы скульпторов Эдгара Дега. «Балетный класс». Написано между 1873 и 1876 годами. Холст масла 85 на 75. Одной из самых любимых тем искусства Эдгара Дега был мир балета. Художник проводил много времени за кулисами и на репетициях, зарисовывал будни танцовщиц, оставаясь честным и беспристрастным наблюдателем, никогда не льстя своим моделям. Ничто не укрывалось от его внимательного взгляда. Живописец подмечал каждую мелочь, каждый нюанс в поведении балерин. Картина «Балетный класс» посвящена обычной для артисток балета изнурительной учебе. Мастеру интересно проследить, как меняется танцовщица после окончания занятия. С последними тактами музыки порхающие эфемерные создания превращаются в усталых балерин, желающих поскорее закончить урок, дать отдых изможденному телу, посплетничать друг с другом и снова стать обыкновенными девушками со своими житейскими заботами. Седой педагог, объясняющий ученицам характер на ошибки, кажется единственным человеком в момент изображения искренне заинтересованным совершенствованием танца. Это преподаватель Жюль Перро, в прошлом танцовщик, знаменитый балетмейстер, который вел классы в Парижской опере. Вот такое описание нашел в картине Эдгара Дега «Балетный класс». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великие музеи мира». Картина находится в музее Арсе. До свидания.